До початку нового навчального года меньше за два тыдни. 1 вересня за школьные парты у Гомельской области сядут каля 153 тысяч детей. У першиню звонок прогучит для больше, чем 16,5 тысяч першоклассников. Амаль во всех установах адукации уже завершены ремонтные работы. Пашпарты готовности отримали больше, как 90% установ агульной середней и специальной адукации. Некоторые разом с комиссией наведала и наша здымочная бригада. Покуль школьники отрымливают асалоду от летних каникулов, во установах адукации вовсю идут работы по подрыхтовце до нового навучального года. У когости капитальный ремонт, у когости бягучи. У этом годе с бюджету в области на работы по обновлению установ адукации было выделено свыше 11 миллионов рублей. А кроме того, певный уклад у ремонт срабили и сами установы, дякуючи сродкам, которые зарабили на оказание платных адукационных послуг. Многим так само допомогли шефы и спонсоры. Активно нам помогали неравнодушные люди. Прежде всего, наши шефы – это вагоностроительный завод, это, ну, посильно, конечно, областной военный комиссариат, родители. И, конечно же, хотел бы в пояс поклониться буквально нашим работникам. Я, ну, наверное, такой самоотдачи не видел даже в армии. Да? Настолько люди каждый день себя отдают вот этой работе подготовки к учебному году, понимая, что за этим стоит дальше. Для Гомельского кадетского училища гэты навучальный год знаковый. Установа перейшла под керуйніцтва Головного управления адукации Гомельского облвыканкама. И по инициативе нового патронату тут уводит самостоятельную организацию харчавання, отмовляющийся от послуг звонку. В этом годе рады кадетов пополнили 48 хлопчиков и девчинок. У першиню за историю існавання в училища конкурс склав амаль 2 человеки на место. 1 вересня и початковцы, и кадеты старейших классов заедут у спальный корпус. Тут летом провели грунтовный ремонт. Заменили 57 окнов, обновили коммуникации, пофарбовали покои, обставили мебли и классы для пазанавучальной деятельности. А у Гомельским областным лицеи из года в год укореняются новинки у систему энергосбережения, что позволяет значно экономить. Был произведен текущий ремонт фасадов учебного корпуса. Был произведен текущий ремонт электрощитовых. Большие работы в системе отопления, в частности, регуляторы тепла полностью мы поменяли новые. Сделали техническое обслуживание, рекуперации тепла, вентиляции. Мероприятия по энергосбережению, которые были осуществлены за ближайшие годы и этот год, они позволяют нам экономить бюджетное ассигнование в размере 36% на коммунальные услуги. Сёлета конкурс при поступлении в областный лицей доходил до 3 человек на место. Набрали 216 навученцев. 100 из них приедут с сельской местности. Жить они будут в специальном корпусе на базе лицея. Тут уже все готово до приезда новоселов. У Витковском районе 1 вересня свои двери открыли отреконструированная Стокбунская средняя школа. По певных причинах ремонт тут затягнулся на несколько годов. Мясцовые вучни у весь этот час отримывали веды у Святиловицкой школе. Мы находились на капитальном ремонте с элементами реконструкции. Были закуплены мебель, ну, все остальное, что нужно для учебного процесса. Школа обеспечена всеми кадрами и необходимыми наглядными пособиями и всем остальным. На сегодняшний день у нас 79 учащихся, первоклашек 8. Школа современная, поэтому мы благодарны всем, кто принимал участие для подготовки нашей школы к новому учебному году. С задачей привести установу адукацию в належный стан, каб не было пытаний ни по технице безпеки, ни по якости адукационного процесса, справились амаль усе. Пашпорты готовности отримали больше, як 90% установ. Остатним дадены тыдень для завершения ремонтных работ и ликвидации недохопов. Евгения Кухаронок, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель».